одна из опаснейших ситуаций. Титан сейчас там за дверью лает. Нельзя. Успокоимся все. Титан, прекрати лаять. Конечно же, все сразу встрепенулись. Успокойся, Тор, все хорошо. В общем, когда в зале, вот они втроем раньше были вместе все, я очень боялась ночью, что... Лежи, Тор, все хорошо. Я очень боялась, что ночью произойдет вот такая ситуация, кто-то залает, все возбудятся. Трой, лежи, молодец. Нельзя, лежи. Трой очень нервничает. Лежи, все хорошо. Все хорошо, Трой. Так, надо убирать. Там еще и так. Лежим. Тортик, прекрати. Не кричи. Прекрати. Прекрати. Трой, умничка, лежи. Молодец. Умничка. Трой, ой, Тор, прекрати. Молодец, лежим. Тортик, Тор, прекращаем. Да. Титан! Титан, прекрати! Вот заводила. В общем, вот одна из таких ситуаций, когда может произойти конфликт. Кто-то начинает лаять, они все возбуждаются, ну и дальше уже понеслась. Ну, молодцы, сейчас справились. И Тор, и Трой. Трой, ты молодец. Сложился, все, успокоился. Супер собака, молодец. Иди к Титану, Тор. Иди к Титану. Пойдем. Пойдем к Титану. Пойдешь? Нет, здесь будешь. Да? Ты же не кухонный житель совсем.